Весна наступила. Рад приветствовать всех на канале. Собрались всей командой. Приехали тестировать эквиноксы. Сезон эквиноксом считаю открытым. Ладно, сейчас попробуем, походим, понастраиваем. Еще никто с ними не ходил ни разу. Будем посмотреть данные приборы. Приехали на старые места, Подмосковье. Хожено здесь, перехожено, но находки все равно есть. Смотрим. Первые кадры с проволокой и эквиноксами. Раз, два, три. Только-только вот вышли. Настроились. Идем. А я перепроверяю. Балалайкой тяжелой. Ладно, сейчас что-нибудь интересное будет. Покажу обязательно. Вот и первая находка эквинокса. Одного из эквиноксов. Обломанная пуга-гирька. Вот так вот. Зараза еще что-то нашел. Это зараза что-то еще нашел. Так. Находочка у нас образовалась. Идем, кстати говоря, вот в тот угол. Там было скопление дорог. И дорога уходила в лес. Вылетел такой вот крестичек, гнутый, но целенький. Ушечка целенькая. На эквиноксе, сейчас перепроверяли, я трактором его достал, на эквиноксе сигнал 12-13, вот этот крест мы попробуем. Будем пробовать озвучивать. Что у тебя там, Сань? Цветной? Пока на месте скачет. Хрен поймешь пока. Ладно, пока еще не особо разобрались. Мы стараемся. Итак, подкарканье ворона. Орет. Че разорался-то? Мы у тебя корм не будем отбирать. Вон они ходят. Червяков собирают. Ничего, ну, понятно. Да, похоже, ну, это, скорее всего, рамка по сигналу. Убитая. Сигнал у меня был, да? Намертво. Да-да. Первым, да, рамочник, он герб проглядывается. Ворон, тьма тьмущая. Ворчит. Так, походу дело первое серебруха пожаловала. Тоненькая, ну, маленькая. Тоненькая, как проволочка. Сначала думали проволочка. А оказалось не проволочка, оказалось сережечка. Сейчас попробую снять. Что за птички такие? Жаворонки. Вот такая вот. Вот у нас ушечка. Не знаю, потом пробу посмоем, но похоже на серебро. Ну, мне кажется, что оно это... Похоже, похоже. Вот такая красота сейчас. По проталинам, конечно, по этим ходить одно удовольствие. Звук такой интересный. Низкий был. Низкий? Угу. Фиг знает. Ну, тонкая. Ну, ну, да, видимо, как проволочка такая. О, гирька. Ага. Отлично. Чего? Какая? Понял. Пирог поднялся. А, ну гирька, господи. Да, гирька. Конечно, а, ну прикольно. Зачет. Целенькая. Вообще девятка и такой глухой сигнал. Ага. Так, империя пожаловала наконец-то на белый свет. Но здесь медь, конечно, вот где мы ходим, она здесь будет убита, это 100%. Есть шанс, зато есть шанс найти чешую. Ну, здесь чешуя, да, бывает, здесь серебро бывает, это, конечно... как алик совсем. От слова совсем. Ну и так хорошо пока. Так, у нас интересный сигнал. А, ВРПшка. А, ну кто, да. Вот они, родимые, начались. ВРПшечка. Кстати говоря, возможно, в сохране. А в сохране? Дима, сейчас крутани.
Здесь попадались мне в РПшке, бывает... 7. А звук? Тяжелый такой. Держи. Вот у меня серебруха шла на десятки. В РПшечка. Здесь бывает. Вот мы тогда здесь парочку ВРПшек поднимали вообще в охерительном сохране. Да, но мы поднимали там. На том. Да какая разница? О, отлично. Сигнал двухсторонний, все нормально, но тяжело. Распетрился. Да. Молодец. Конкурента вот у нас ходит на той стороне поля. Ну не конкурента. Собратья, ай-яй. Не дропнул сюда. Сейчас покажу. А, дедушка-то? Куда ты их потерял? А вот они. Трое? Трое, да, с приборами. Вот, да, да, да. Ну они, нет, они не по троям, они по нашему полю, вот по этому. Что ты говоришь, дедушка? Нашел, нашел Димка. Дедульку. Думали, потеряли. Не, ни хрена. Это его счастливый дед Хабар. Сохрани. Сохрани, сохрани, только аккуратно ее, не это. Чтобы не поотваливалось. Так, сейчас я против ветра встал. Был сигнальчик. Отмываем. Советик. На свет вылез поздний. Ага. Где фокус-то? Ну да, чернину отдавал. И трещ поднялся. Перешли с того поля через вот те кусты, но там по-моему и сюда. Ну и наконец-то пожаловала наша дорогая, дорогая, лысая, но клевая чешуечка. Вот так вот. Сейчас. Господи, прошу прощения за ветер, ребята. Что-то поднялся сильный. Еще находочка. Работают эквиноксы прекрасно. Начинаю немножко вникать. Да. Так, это медный бунт. Сгрызанный жизнью. Но имеется. Красота. Уж-то? Был в ушах, да. Да? Увидишь как. Так, друзья, следующий сигнальчик. Крестик. Целенький. Хороший. Но тоненький. Следующий сигнал. Прям паломничество сегодня какое-то. А въезд-то есть или он завален? Ой, просто нига, наверное, какая-то. Здесь обычно они. Катька. Тетя Катя. Ладно. Для тренировки-то. Так, сейчас слегка перекусили. Отогрелись в машине. Еще пару часов есть у нас. И залезли вот в эту траву. Уже ближе к деревне. Сейчас единственная возможность здесь походить. Сейчас через месяц будет стоять она по пояс вместе с борщевиком. И возможности уже не будет. Рамочник 15 копеек. Где фокус? Доделся фокус. Итак, первый день можно считать успешным. В принципе, походили нормально. Практически все растаяло. Ну, старые поля нам что-то дали. Кусты дали кучу пенициллина коровьего кайфа. И больше там ни хрена нет. Проволоки. И проволоки, да. То есть такое ощущение, что там дальше как бы, ну, видимо, когда-то пахали. Вот там, на тех полях, и поднимали находки. А здесь засрали советским мусором все. Короче, отчетец. Что у нас тут? Ну, советики, пугигельки, понятно, два креста. Еще вот один сломанный крестик. Чешуи надергали под конец, уже не снимали.
конце концов, и медный бунт вон разный, всякие. Ломбочки. А что за пломбочки? ВРПшка офигенная, должна отойти. А не удивительно, да, вот этом говнище в ВРПшке здесь почему-то сохраняется. Они лежали дольше. Да. Серебряная серьга. Да, шмот всякое. А не знаю, что это. Чуть это такого цвета. 37-го, что ли. Ну, короче, первый выход вот как-то так. На этом всем со всеми прощаемся. Всем пока.